Погода к отдыху на природе пока не располагает. До конца недели в регионе будет прохладно и пасмурно. Местами по области дожди с грозами. Столбик термометра не поднимется выше отметки в 22 градуса. Виной всему холодный атмосферный фронт северо-запада Европы. Но ему на смену в регион уже движется теплый поток воздуха. И к выходным синоптики обещают до 30 градусов выше нуля.